Ну вот на самом деле пока редко где можно встретить, но вот у детей, говорят, раскрывается фантазия, воображение здесь. И отличная альтернатива стандартным уже детским комнатам с различными лабиринтами. Детям можно садиться, фотографироваться. Ну, если есть в парке место, которое непонятно как использовать, вот Топиари парк, отличная альтернатива стандартным заезженным детским площадкам.